Тем временем наша коллега Наталья Федорова вышла на улицы Твери и задала горожанам вопрос, что они думают по поводу того, достаточно ли в городе мест, где можно культурно провести время. Сегодня мы поинтересуемся у горожан, достаточно ли в Твери объектов для культурного досуга. Музеев, домов культуры, театров. Достаточно. А вы посещаете какие-либо? Некогда. Развито ли у нас в Твери? Нет. А почему, как вы думаете, не развито? Ну, культуру надо поднимать. И созданы все условия для объектов культурного досуга? Ну, вы знаете, в нашем возрасте уже трудно об этом рассуждать. Мы не так эту сферу знаем. Ну, наверное, в какой-то степени созданы. Я считаю, что развито. Вот Горьковская библиотека, мы в 2019 году проводили диктант Победы и награждали. Я считаю, и другие библиотеки Герцена, и другие инфраструктуры и культурные объекты, они, в принципе, развиваются. Но мне очень нравится библиотека имени Герцена. А чем вам она нравится? В ней очень интересные книги, есть комнаты для посещения и разные отделы. На самом деле достаточно развито, просто главное находить хорошие места. И... О каких местах вы говорите? У нас есть выставочный зал тут в центре, там проходят регулярно всякие выставки. И просто часто арендуют всякие здания, помещения, в которых также проводят выставки. Проводят выставки в колледже. У нас есть Венециановский колледж, я там учусь. У нас там тоже часто проводят выставки.